Очередная история, куда девать огрызки от электродов. Это вот у нас есть вот такие вот замечательные каретки, прикипевшие, мы их обвариваем. Дальше старый шатун, дальше большая-большая длинная палка. И вот так вот это все вот с таким количеством грязи вываливается из кареточки. Сейчас я вам подсветочку включу. Ну, включись. Нет, даже телефон не хочет реагировать на мой палец сегодня. В общем, короче, поверьте на слово, там все очень плохо. Такой вот велик попался в ремонте. Вчера 2 часа вручную, сегодня уже днем решили приварить.